Такая влажность, что дышать невозможно. Проклятый дождь. Надо отдохнуть. Очень плохо сплю с тех пор, как убийца снова объявился. Я встречался с родителями всех жертв убийцы. Но все, что я нашел, телефон и коробка с фигурками оригами. Все газеты пишут о пропавшем мальчике, Шоне Марсе. Вы просили сообщить, если я что-нибудь вспомню.
Можно зайти? Конечно. Позвольте, повешу. Присаживайтесь. А, я кое-что вспомнила. Может, это не важно, но в день, когда пропал Джонни, пришло письмо. Письмо? Что за письмо? Адресованное отцу Джонни. Не знаю, что было внутри, но он прочел его и ушел, и больше уже не вернулся. И вы думаете, что есть связь между этим письмом и смертью Джонни, так? Что вы еще можете сказать об этом письме? Не знаю зачем, но я сохранила конверт. Ничего ценного. Разве что адрес. Адрес? Напечатан на старой машинке. Может пригодиться. Большое спасибо, Лорен. Что-то узнаю, позвоню. Стойте, я не могу просто сидеть сложа руки, пока вы ищете убийцу моего сына. После нашего разговора я все думала и... Я пойду с вами. Помогу вести расследование. Вы не сможете мне помочь, Лорен. Это плохая идея. Поверьте. Если вы не согласны, я не отдам конверт. Все или ничего. Слушайте, это расследование очень опасное. А телохранителем я быть не хочу. А сколько у вас зацепок, мистер Шелби? Этот конверт может вывести вас на убийцу. Понимаю. Дурацкая идея. Не буду отнимать у вас время, мистер Шелби. Стойте. Вы не такая, как все, Лорен. Что есть, то есть. Я просто мать. Мать, решившая найти убийцу своего сына. Так что, по рукам? По рукам.